Всем привет! Входим в следующую группу упражнений. Следующую группу упражнений. Ложимся на спину. И делаем 30 раз ножницы. Ножки подняли на 20-25 сантиметров от пола. И делаем упражнение 20 раз. Ножки положили. После этого ноги подняли в коленях. Вот. И делаем это следующее упражнение. Махи. Во время этого упражнения считаем до 20. Сделали упражнение. Про себя досчитали до 20. Ножки выпрямили. Руки под голову. Подняли. Делаем повтор. Тоже 20 раз. Сделали. Выдохнули. Ножки подняли. И делаем махи. Во время этого упражнения, еще раз повторяю, считаете про себя до 20. Досчитали до 20. Махи ногами сделали. И так, 3 подхода по 20 раз. Упражнение. То же самое, только принимаем ножкой, перекатываем под другую и отдаем партнеру. Показываем. Принял, отдал. Принял, отдал. Поменяли ногу, то же самое делаем. Мама тут поучаствовала. Принял, отдал. Принял, отдал. Итак, каждой ногой по 10 раз. Теперь катаем партнеру. Получаем в обратку. Откатили. Отдали. Еще разок. Приняли левой, откатили, потихонечку отдали. Здравствуйте, уважаемые мальчишки. В период самоизоляции, карантина, мы тренера футбольного клуба, детского футбольного клуба «Альянс», хотим показать на дому несколько упражнений мячом для тренировок. Второе упражнение. Перекатики делаем мяча слева на правую ногу. Право налево. На месте стоим. 20 раз делаем туда-сюда. Символ победы на сердце у нас. И скажем мы. Закончили. Третье упражнение. Идем вперед. Катим мяч правой левой ногой. Мяч катится прямо. Примерно вот так делается. Наворачиваемся, идем в обратную сторону. Так, по комнате 5 раз туда-сюда. Закончили.